Терминалы для оплаты штрафов планируют внедрить в Казахстане. Как отметил министр юстиции Берик Имашев, они могут появиться в 2018 году. Сейчас в ведомстве решают технические вопросы. Отмечу, сегодня прошла отчетная встреча министра с населением. Берик Имашев рассказал о планах и результатах работы ведомства за прошедший год. Как отметил глава, ведется активная работа по автоматизации деятельности. В прошлом году из 11 миллионов услуг гражданам более 83% оказали в электронном формате. В ходе встречи свои вопросы министру задали жители столицы и регионов страны. Ключ к эффективности работы судебных исполнителей – это автоматизация их исполнительного дела. У нас еще такой возможности в терминалах нет платить. Чтобы оплатить, мы об этом сейчас думаем. Очень долго было у нас переговоры с ассоциацией финансистов банка, с ними работаем. Сейчас вот на нашу информационную систему готовится вот в этом плане техзадание. Чтобы это техзадание получить, мы и его надо же оплачивать. Мы заявку такую в бюджетную комиссию на 2017 год заявили. Я думаю, если она будет поддержана, потом в бюджете, если будет рассмотрено, дай бог, я думаю, что с 2018 года мы этот процесс сможем запустить.